Привет, Гена. Вот такая интересная штука. Машинка, 13-й год. Ну, тут передок крашеный, деланный. Смотрим. 0,05. Ноль ноль шесть. 0,05. И то, как видно, в пыли. А здесь 0,13 мы видим, 0,14. Но факт тот, что удивляет, как это можно покрасить 0,08, ну и так далее. Все, в принципе, нормально. Все красиво. 0,06. Ну, не знаю, видно вот так. 0,05. 0,06. Вот как это такое бывает. В принципе, покраска хорошая. Видно, что слегка подполировано. Но состояние просто отличное. Это пару лет назад делали. Попытаюсь снять. Вот здесь по краям видно шагрень такая. Не знаю, как передать. Короче говоря, вот сюда ближе к ребрам видно, что спилено меньше. А здесь шагрень расплывается. Есть шагрень везде, в принципе, аккуратная. Но ближе к краям вот здесь шагрень покрупнее. Но факт тот, что нигде ни сколов, ничего, ни зон просадки, меня, честно говоря, прям удивляет, как это так можно было тоненько сделать, запилить все, чтобы так было все и красиво, и слишком тонко. Ну вот, шагрень похожая на завод. Похоже, здесь шагрень чуть-чуть поменьше. Но так, извините. Толщина лакокраски. Здесь шагрень тоже есть. Как так можно было покрасить капот с такой толщиной лакокраски? Тут и лак, и краска, и по-любому грунт есть. За 3 года вот ничего нигде не отломилось, и видишь, в отражёнке ничего нигде не плавает, все ровненько. Это не может не вызывать как минимум удивления и кучу вопросов. Вот в отражёнке видно, все ровно. Для меня это загадка. И капот, что самое интересное, не новый. В смысле, это родной капот делался. Вот вопрос задачники. Как это может быть?